Привет! Ты согласен, что все время находиться в одном городе, пусть он даже и твой любимый город, со временем становится скучновато? Даже не то, что в городе, за границу хочется выехать, мир посмотреть, себя образовать. Мы же не деревья, чтобы расти там, где нас вырастили. Хотя, такое тоже бывает, но сейчас не об этом. Многие люди не путешествуют. Как думаешь, почему? У кого-то нет денег. Кто-то думает, что это очень дорого. Кто-то по телевизору слышал, что это очень опасно. Да и кота не с кем дома оставить. А у кого-то ребятишки ходят в школу. Так же, да? А в YouTube зайдешь, так какие-то странные люди ездят по Таиландам, по Европам, по морям, океанам. И еще и с маленькими детьми. И зимовки устраивают под пальмами. Да, именно так и происходит у нас в клубе Be Happy 24. Мы отказываемся жить по навязанным стандартам. Именно в путешествиях ты понимаешь, что границы придуманы человеком, и сам же человек может с легкостью их преодолевать. Участники нашего сообщества побывали в потрясающем Дубае, в солнечной Греции, а также в живописной Исландии, и отправились в круиз на самом большом лайнере в мире – Симфония морей по странам Европы по Средиземному морю. Кстати, для нас путешествие не просто отдых. Например, тренинг по осознанности «Нестандартный лидер» под пальмами Таиланда буквально произвел переворот в жизнях участников. Но об этом смотри отдельное видео. И в этом году мы отправляемся на очередную зимовку в Таиланд. Там у нас формируется уже целая деревня Be Happy. И, конечно же, целыми семьями. Нас часто спрашивают, а как же работа? Мы изначально знали, что хотим путешествовать и жить без привязки к какому-то одному городу или стране. Поэтому выбрали бизнес, который можно вести через интернет и получать деньги в любой точке планеты. Кстати, мы этому обучаем. Возможно, вам это тоже интересно. Самому отдыхать хорошо, а с командой еще лучше. Всегда есть идеи, куда поехать, с кем поваляться на пляже, встретить закат. Для некоторых из нас Be Happy 24 стало счастливым билетом в другую реальность. Люди начали путешествовать за границу. Некоторые из них даже бесплатно, за счет сообщества. Да-да, такое бывает. И это называется промоушен. И ты можешь вместе с нами в нем поучаствовать. Путешествие – это наш естественный стиль жизни. Впереди у нас еще много новых, захватывающих поездок в разные концы мира. Друзья, давайте с нами. Узнайте у участников нашего сообщества, с чего вам начать.